Всем привет, с вами снова я, Гоша29, и сегодня мы проходим карту Гренни в Майнкрафте. Да, так, здесь всякие разные правила, давайте старт сразу нажмем, мне это не интересно. В общем, короче, эту карту я скачал в МКП Мастере, поэтому ссылочку не могу оставить. Есть только МКП и мастер, там, где можно скачать ее. Просто вводите в поисковой строке Гренни и все. И там будет сразу же первый Гренни скачивайте. То есть Bear Traps, вот называется. Так, музыку, пожалуй, можно и включенно оставить. Так, нормал. Ну, я думаю, изи пока что попробуем. Ну, а потом как-нибудь пойдем, будем проходить нормал, хард, экстрим. Так, все, изи. И давайте continue, продолжить. И нажимаем еще раз continue. И у нас Гренни. День первый. Да, конечно же, может подлагивать немножечко. И сразу же извините за то, что если голос отстает и звуки отстают. Конечно же, если... Блин, меня залагало. Ну, ё-моё. Да, это минус. Но это минус не... Но это минус не карты, а самого Майнкрафта. А, нет, у меня видно не залагало. У меня просто почему-то не могло выйти из сундука. Так, это ножницы. Да нет, вот сейчас залагало точно. Да ё-моё. Ё-моё, ё-моё. Где-то Гренюська открывает наши двери, а мы пошли сюда. Тем временем. У меня сундуки просто сложно закрываются. Значит, у меня не лагает. Я знаю, как закрывать сундуки теперь. Через крестик. Через крестик у меня багаются они. Так, мастер-ключ. Сразу говорю, я знаю эту генерацию. И сразу говорю, она здесь в этом версии ставит капканы. И здесь по дням все. Есть еще версия, там где не по дням, а чисто просто можешь проходить сколько хочешь. И кстати, еще плюс в этой версии, я вам еще плюс покажу один. Это небольшой баг. Блин. На самом деле, смотрите, это не совсем баг, но просто разработчики, видно, решили так сделать. Я не знаю почему. Во-первых, они добавили Playhouse Key, и они не сделали домик. Во-вторых, эту штуку, которая открывается отверткой, можно открыть Master Key только.
отвертка ее никак не открыть, я уже проверял. И это офигительно. Так, давайте-ка возьмем отсюда молоточек. Нажмем на кнопочку. Надеюсь, гарнизона тут и нету. Нет, да вроде бы нету. Так. Третий этаж нужно будет потом сходить, точнее. Гренни! Она тут! Черт возьми! Нет! Валить! Опа! Все. Фух, успел. Зато теперь мы беспалевно можем пробраться на третий этаж. Блин, гребаный капкан. И беспалевно все тут сломать. Хотя бы на третий этаж проникнуть. Я слышал, как она открыла дверь. Быстрее на третий этаж. Быстрей. Все, надеюсь, она... Ее нету. А тут уже все поставлено. Понятно. Но тут в сундуке, по-моему, отвертка, в которой нам, в принципе, даже и не нужна. Фух. Ну, короче, мы почти прошли. Остается буквально немножечко. Нужно все перерезать. Нет! Гренни! Нет. Так, я знаю, куда мне идти. Мне нужно за синеньким ключом и за кодом. Так, код тут у нас лежит. Я помню точно. Блин, берись. Возьмись. Положись в инвентарь. Пожалуйста, выйди из сундука. У меня опять залагало. О мой бог. Нет, только не вовремя. Ладно, я чуть позже вернусь. Итак, короче, нас убила Гренни благодаря этим лагам. Этим грёбаным, блин, лагам. Нет. Да ну нафиг. Да ну нафиг, я опять залагала, вы издеваетесь. Черт возьми. Да черт вас возьми. Да, блин. У нас уже один третий. Мы должны, блин, это сделать. Все. Теперь нужно быстрей. Быстрее это все сделать. Она не дает нам пройти. Но мы линяем от нее. Ну же, иди сюда. Так, сейчас она... Давайте быстрее! Так, быстрей! Быстрей! Перекусить! Все! Мастер Кей!
Быстрее! А, есть! Все, мы прошли эту карту. Поздравляю! В общем, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Мы прошли карту Гренни в Майнкрафте. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. А с вами был, был Гоша29. Всем удачи. До новых встреч. Всем пока-пока. What's up?